«Газпромнефть» совершенствует технологии добычи нефти. На Вангапуровском месторождении введена в эксплуатацию горизонтальная скважина, на которой впервые был проведен 8-стадийный гидроразрыв пласта. До сих пор количество гидроразрывов, осуществляемых компанией в одном горизонтальном стволе, не превышало 6-7 стадий. Глубина новой скважины составит 4400 метров, длина горизонтального участка – около 1000 метров. Полученный дебит – 75 тонн нефти в сутки. Мы постоянно развиваем опыт применения новых технологий и тиражируем его в рамках своих проектов. В прошлом году максимальная длина горизонтального ствола наших скважин составляла 800 метров, а количество МГРП увеличилось с 3 до 6 стадий. Сейчас протяженность горизонтальных стволов уже достигает 1000 метров, а количество МГРП мы планируем довести в этом году до 9-10 стадий. Значительно расширена и география использования технологии МГРП при разработке крупных месторождений «Газпромнефти». Если в прошлом году она применялась на 3 месторождениях, то в этом уже на 7, отметил первый заместитель генерального директора «Газпромнефти» Вадим Яковлев.